В Одессе прошел 5-й международный фестиваль по спортивным бальным танцам Black Sea Open Cup. В этом году заметно расширилась география и число участников фестиваля. Свое танцевальное мастерство на паркете в спортивном комплексе Одесской юракадемии продемонстрировали около 2000 участников со всех уголков Украины, свыше 160 танцевальных клубов, а также гости из-за рубежа. Мы уже танцуем на этом турнире 3-й год подряд. Сначала он проходил вот здесь, потом возле набережной. И в этом году снова здесь. Прекрасный турнир, новое знакомство, новые впечатления. Вообще атмосфера очень классная этого конкурса. Ты знаешь всех судей, потому что это судьи все мировые, наши и украинские, и заграничные. Как бы, ты их знаешь, они тебя судят, и атмосфера очень приятная. Когда ты приезжаешь сюда, и ты знаешь своих друзей, ты танцуешь со своими одноклубниками и теми, с кем ты танцуешь на протяжении всего сезона. Нам очень понравилось, красиво, открыто и не душно. Досить високий. Ми тут вже з п'ятниці, третій день змагаємось. Пари достойні і рівень гарний, дійсно. Участники соревновались в различных номинациях, оценивались две программы – латиноамериканская и европейская. В каждой из них были выбраны лучшие пары по категориям. Участвовать в этом турнире, во-первых, мы наберемся много опыта, во-вторых, станем лучше танцевать, перейдем в новый класс. Мне очень нравится в этом зале. Я еще никогда не танцевала, ну, на улице. Тут так перекрыли хорошо. Паркет отличный, не скользкий. Ну, нам удобно на нем танцевать. Оценивает выступление участников квалифицированная судейская коллегия. Украина у нас очень танцевальная страна, и свои звезды есть во всех регионах Украины. И приятно, что многие из них здесь. Одесса – город с очень давними танцевальными традициями. Здесь такие имена и в тренерском составе, и в танцевальном. Одесситы всегда танцуют очень здорово. Ежегодный фестиваль традиционно прошел при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова и Украинской морской партии. Нам приятно, что такое мероприятие проходит у нас в нашем высшем учебном заведении. И мы гордимся, что именно здесь принимают участие участники со всех городов Украины практически. И даже зарубежных стран – Молдовы, Белоруссии, Румынии, других стран. Благодаря Сергею Сичу, что построены эти комплексы, у нас есть где проводить такие занятия. Такие мероприятия проходят, и это хорошо. Почему? Потому что от 3 лет и до самого высокого возраста и здесь есть участники. Почему не гордиться, что это проходит именно у нас? Ведь страна гордится тем, что есть где проводить. Black Sea Open Cup имеет свои традиции. Уже все понимают, что мы закрываем танцевальный сезон не только в Одессе, но и в Украине. Очень приятно, что мы проводим этот фестиваль на территории Юракадемии, да, при содействии Кивалова Сергея Васильевича. Принимая во внимание популярность бальных танцев, руководство Международного гуманитарного университета с нового учебного года открывает новую уникальную специальность – бальный танец на факультете искусства и дизайна. Мы готовим специалистов, которые будут уметь создавать ансамбли, пары, которые будут понимать уровень правила, мастерство, умение делать шоу, умение правильно подавать документы, умение танцевать и умение быть артистом. То есть набор очень большой, обширный и очень полезный для тех. Потому что у нас в Украине этот самоучки, которые учатся, как это все делать, кто-то знает, кто-то нет. Кроме того, каждый вечер зрители фестиваля могли наблюдать танцы в сопровождении светового шоу. Участники рассказали о своих самых любимых танцах. Румба, потому что он такой нежный, женственный, красивый. Лично мне нравится квикстеп. Ну, мне нравится венский вальс. А почему именно венский вальс? Ну, он такой легкий, такой приятный и очень, ну, как бы объяснить бы, но он такой хороший. Стандартный квикстеп, мы его обожаем. А в латине? Пасадом. Пасадом, да.
большое представительство разных регионов Украины, хорошие пары, хорошая судейская панель, хороший зал, почти как в Аласио в Италии, на свежем воздухе. Очень здорово и красиво, я думаю, он будет набирать еще большую мощь, больше людей будет участвовать в этих соревнованиях.